Впереди нас ждут очередные выходные. Как их провести интересно, со вкусом и пользой, вы узнаете прямо сейчас. Нам, городским жителям, привыкшим к комфорту, уклад жизни наших предков кажется чем-то нереальным. Но корни говорят нас, и просыпается желание хоть ненадолго окунуться в эту атмосферу. А сбежать можно в усадьбу Василева, в простой, незамысловатый быт в единении с природой, где, кстати, находится еще музей зодчества под открытым небом. Удивительные сооружения 18 и 19 веков еще хранят в себе отпечаток энергии и истории жизни людей того времени. Гуляя среди этих построек, вы почувствуете себя героем романа, повествующего о Старой Руси. Это прекрасно, что спустя несколько веков можем прикоснуться к реальности прошлого. Но на этих выходных вы можете не только прикоснуться, но и помочь восстановить его. А помочь вы можете на фестивале Tom Sawyer Fest. Это фестиваль для тех, кто хочет перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и, что самое главное, объединить городских активистов в деятельное сообщество. Есть еще одна интересная идея, как провести выходные. Вы можете с семьей не только сходить на фотовыставку «Ритмы веры», посвященную 750-летию образования Тверской епархии. Сама выставка будет проходить в Спасо-Преображенском соборе. Вход свободный. Фотоснимки, представленные на экспозиции, расскажут о современной жизни одной из древнейших епархий на русской земле. Идея выставки состоит в том, что вера не что-то застывшее навеки. Этот ритм веры, подобно ритму красивой музыки, создает особенную атмосферу и мироощущение. Несколько снимков посвящены кошкам, которые живут при храмах и монастырях. К ним у фотохудожников особенная любовь. А еще накануне в Тверской области пройдет всероссийский экологический диктант. Принять участие в нем могут все желающие уже 14 ноября в 12:00 в библиотеке имени Горького. Проверьте свои знания в сфере экологии. Выходные – это отличное время для того, чтобы познакомиться с киноновинками. Опасные приключения, верные друзья и сумасшедшие превращения – все это вы можете видеть в киноконцертном зале «Панорама», который разместился в бизнес-центр «Тверь». Хотите пощекотать себе нервы? Тогда смело идите на фильм «Лощины мертвецов. Возрастной ценз 18+». Взвод спецназовцев врывается в биолабораторию, где ученые вывели вирус, способный превращать людей в кровожадных тварей. Учитывая то, какой остроумный хоррор деконструкции был предыдущий фильм режиссера «Псих-расчленитель», есть надежда на то, что и «Лощины мертвецов» не подведет. Ну а Марвел после финала «Мстителей» долго не думает и идет дальше, экранизируя масштабный комикс «Вечные». В нем раса сверхлюдей летит на Землю, чтобы защитить человечество от своих врагов – девиантов. Возрастной ценз 18+. К слову, познакомиться с афишей кинотеатра можно и на официальном сайте. Здесь же можно и приобрести билет. Приятного просмотра! Хорошенько выспавшись и проведя пару дней без мысли о работе в интересных местах, вы почувствуете вкус жизни и жажду новых приключений. Именно для этого и придуманы уикенды. Хорошего отдыха!